Спасибо, Татьяна Васильевна. Добрый день всем. Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо, Татьяна Васильевна, вам и всему вашему дружному коллективу библиотеки. Это такой центр воспитания, развития, общения, которого многим не хватает. Кто-то спокойно живет и без библиотеки, да, и без каких-то акций. Но людей, которые благодаря вам объединяются там на различные мероприятия, от уборки там территории озера, которые тоже вы инициатор нескольких субботников делали, и экологические акции, обустройство здесь территории рядом с вами для жителей, и многое-многое. И, конечно, большое спасибо родителям, которые сегодня присутствуют здесь, кто-то не смог прийти. Ничего важнее воспитания детей нет вообще в нашей жизни. Вот, и родители, которые ответственно относятся и с любовью к своим детям, и к воспитанию, их тоже, надо сказать честно, не так много. И вы вот здесь самые лучшие родители собрались, и участники, которые вот эту акцию поддержали. Вам большое спасибо, вам также успехов участвовать в дальнейших проектах экологической библиотеки. А путь батарейки, он простой. Правительство Мурманской области заключило соглашение с одним из производителей батареек. Все батарейки, которые собирались в течение года в Мурманске, периодически приезжала машина с производства, забирала эти батарейки и отвозила на завод в город Челябинск. Поэтому на этой неделе вот все вот эти 250 с лишним килограмм, они добавятся к тем батарейкам, которые у нас уже подкопились в администрации, а там тоже больше 100 килограмм батареек. Мы их отвезем в Мурманск, и до конца года приедет машина с предприятия и отвезет их на дальнейшую переработку, на вторую жизнь батареек. И в министерстве очень рады этой инициативе, которая когда-то вот возникла с производителями батареек, эти взаимоотношения. А это взаимодействие, оно будет продолжаться, и в следующем году также будем продолжать собирать батарейки в разных местах, в том числе вот в этих прекрасных контейнерах, которые, я думаю, в разные учреждения нашего города разойдутся и будут также радовать, заставлять задумываться.